Всем привет, друзья! Сегодня будет пробный экспериментальный обзор для того, чтобы обмануть алгоритмы YouTube. Посмотрим на конструктор от фирмы Lily, серия Покемоны. Первый раз я вижу эту серию у этого производителя. Номер набора, чтобы вы запомнили, ну, посмотрите, это будет в описании и в названии 39005. Возраст почему-то от 6 до 12, ну, неважно. И указано, что у нас здесь 309 деталей. Для того, чтобы обмануть алгоритмы YouTube, здесь присутствует бутылочка коньяка. Она закрытая. Коньячок. Дети, не пейте алкоголь. И когда вырастите, пожалуйста, не злоупотребляйте. Поэтому, если вдруг смотрят этот ролик дети, под присмотром родителей, конечно, это не реклама алкоголя. Просто мы хотим, чтобы были открыты комментарии, и кто захотел, мог прокомментировать сам конструктор. Так. Коробку крутить не будем. В принципе, я могу вам показать, что с одной стороны у нас вот на инструкции повторяется одна сторона коробки. Вот можете посмотреть этот красивый рисунок. Переворачиваем, и вы можете посмотреть вот эта задняя сторона коробки. Так. У нас здесь какая-то лечебница, куда приводят игроки своих питомцев, покемонов. Начнем с главных героев. Как зовут его, я не помню. Вот такой вот мальчик. У него в руках iPhone. Возможно, я вверх ногами его ну, в крайнем случае. Вот прикольно, что здесь такие вот руки пропринтованы. Сзади значок этого. Кепка классная. Вообще суперовая. Улыбается. Ну, это главный герой. И в комплекте с ним была еще запасная. Ну, вот не запасная, а еще его волосы. Так что вот так вот классно. Вот такая вот фигурка. Так, его питомец сразу же покажем. Пикачу. К сожалению, он собран из деталей. Так, но вот это его лицо, мордочка, принт, и хвостик, это тоже принт. Вот такой вот Пикачу. Так. Так, есть. Следующая барышня. Не знаю, как зовут. Можете написать в комментариях. Вот такая вот в комбинезоне. Так, сзади ничего. Классно вот это с боковым, как его, хвостиком. Одно выражение лица. Вот. Больше второго выражения лица. Ну, у каждой фигурки по одному выражению лица. Так что, ну, класс, супер. Мне нравится. Так. Возможно, это ну, бульбозавр, по-моему, да. Ну, он тоже простенький. Животик с принтом. Мордочка. И его типа черепаший панцирь, ну так сделанный. Ну, такой малыш. Так, есть. Следующий персонаж уже доктор. Вот такой вот, который работает в клинике по лечению этих, хотел сказать, ну правильно, покемонов. Волосы резиновые, такие. Так, сразу же вам покажу. Сзади ничего нету. Так, вот такая вот барышня. В перчатках откладываем. И еще вот этого дракончика я не помню. У него он огненный покемон. Вот такой вот. Так. И, по-моему, его уже воплощение в большую эту. Вот такой прикольный дракон. Вот посмотрите, как он собран. Ну,
Крылья, к сожалению, вот только раскрытые. Это ну, я чуть-чуть растянул, к сожалению. Получается, вот так провисает. Ну, не до конца так. Вот эти... Забыл, как правильно называется. Можете написать. Ну, в крайнем случае, чуть-чуть растянул, получается, вот провисает. Ну, вот такая вот ткань. Хвост его. Так что, в принципе, ну, к счастью, к сожалению, ну, этим можно, по-моему, пасть открыть. А я так классно закрепил, что не получается. Ну, ладно. Это, по-моему, выше как его, стадия вот этого огненного покемона. Так, ну, и вот у доктора еще вот такой вот литник с различными там, боже, медицинскими инструментами. Так, вот такое что-то там для, может, для каких-то клиник пригодится или что-то еще. Ну, разделитель, no name. Так, ну и что, посмотрим на саму клинику. У нас логотип покемонов. С правой стороны, с левой стороны у нас здесь типа какой-то цветничок. Двери открываются. Здесь еще такая вот что-то такое в закрытом виде. Ну, за таким круглым стеклом. Заборчик. С этой стороны мы можем что-то закрепить. Так. Потом типа фонтанчика. Водичку может кто-то пить. Вот так вот. Двери хлопают. Окошко разворачиваем, и что мы видим? У нас есть две кровати, какое-то место для исследований, это принт, это значок этого покебола. Так, сам покебол есть, вот он стоит, и ну, обычно этот, ай-яй, ну, я так хорошо закрепил. Ну ничего, вот такой вот покебольчик прикольненький. Так, а что еще? Вот здесь такой вот, не знаю зачем, аркой можно здесь, может, покемоны выходят во внутренний двор там поиграть. Эти ящички открываются. Ну, такая вот милая клиника. Так, вот здесь мне что-то отсоединилось. Вот такой вот наборчик. Так что я его купил в обычном магазине своего города, города Киева. Поэтому смотрите уже по номеру набора 39005. Возможно, его где-то можно найти на Алиэкспрессе или где-то еще. Но может быть, я его не купил, если бы была неадекватная цена. Но вы не поверите, я купил его за очень-очень дешево. Я его купил, вот эту коробку, по цене фигурки китайской. А вот ставь лайк, если тоже хочешь, чтобы были цены на китайские конструкторы. Но случайно хочу сказать, что покупал я его в магазине, оплачивал через кассу и проверили по базе, что в действительности где-то там, может быть, произошел сбой, но как бы цена уже стоит, утвержденная, поэтому ни на рынке, ни ворованный официально в магазине. Так что по цене мини-фигурки китайской. Вот это большая коробочка. Но неважно. Я желаю вам, чтобы вам всегда попадались цены, за которые вы могли покупать хороший конструктор. Надеюсь, комментарии будут работать. Дети, алкоголь – это не игрушка. Никогда не пейте всякую такую гадость. А когда вырастете, пейте только в умеренных количествах. Так что, если вам будут предлагать, типа, давайте выпьем, покурим или же еще что-то сделаем, никогда этого не делайте.
Конструктор прикольный. Если кому-то нравятся покемоны. Спасибо большое, что посмотрели. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Оставляйте комментарии и свои оценки. Всем пока.